Привет, народ! С вами я, Айбек Касымов, и в этом видео вам покажу, как можно получать халявный газ. Метан газ, ну, там 60% метана и около там 40-30% разных метанов. Как этот газ можно получить? Вы на канале Биогаз Узбекистан. Меня зовут Айбек Касымов. Я не занимаюсь данными биогазными установками, но даю консультации. Было такое время, что где-то около 2 лет я занимался биогазной установкой, очень много было ошибок. Все эти ошибки я показывал на этом канале. Как сделать биогазную установку из 200-литровой бочки, там, из 1 тонны, из 2 тонны, из 10 тонн, 50 тонн, разницы не имеет значения. Все видео, которые я в этом выкладываю, часть из них я делал сам с моим наставником Абиджан Садыковым. Сейчас я вам хочу показать на доске, как получить вообще халявный биогаз и с помощью соседей. Это если у вас ваша, ну, как бы, вы хотите построить установку. Так, я привяжу вам ближе, чтобы было удобнее было смотреть, видеть доску. Так, друзья, как можно сделать такое так, чтобы, ну, естественно, когда вы строите биогазовые установки, вам надо теперь, как бы, иметь все время сырье. Биогазовые установки, очень многие люди думают, что вот раз загрузил, там где-то в интернете написали, там Кулибин, там 5 тонн загрузил, потом всю зиму зимовался, и у меня получилось, что много газа. Друзья, я вам скажу, это все фуфло. Это просто интернет, как бы, ну, интернет-слухи. А на реальном опыте это не так. Я вам скажу из своих ошибок. Я тоже сделал установку, она в этом, на канале есть это видео, где я тоже как Кулибин построил установку, только квадратную. Ну, горел у меня газ 1 месяц, а потом во. Поэтому есть другой способ. То есть, чтобы постоянно у вас получать газ, вам надо сделать так, чтобы у вас был вход и выход вашей биогазовой установки. Я в других видео показывал, еще раз как бы проконсультируюсь, чтобы это было вам более понятно. Смотрите, вот. Вот установка. Здесь есть вход и выход. Очень многие люди задают вопросы, а я когда буду загружать навоз, у меня же в газ не выйдет. Нет, у вас газ будет жидкий, в жидком виде, примерно вот так. Вот это все жидкое у вас. Это 70%. 30% вот тут будет местность для выделения газа. Вот когда вы загружаете установку отсюда, у вас жидкость тоже будет примерно вот так. Поэтому ни в коем случае ваш газ не вылетит. А теперь, как можно сделать так, чтобы у вас был он весь халявный? Полностью халявный. Это вообще классный секрет, реально, друзья. Ну, я на практике не использовал, потому что это не понадобилось мне. Как можно сделать? Смотрите. Для начала из человеческого говна можно тоже получать газ. Вам надо договориться с соседями, что вы им установите унитаз. Это небольшие расходы. Но это намного дешевле обойдется вам, то, что будете чем сами читать. Вы устанавливаете унитаз. Унитаз специальный, чтобы там было воды не больше. В обычных унитазах там бывает 3-5 литра, ну и точно не знаю. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии, сколько литров бывает в унитазе воды. Примерно, чтобы на одного человека было где-то максимум 1,5 литра воды, не больше. Ну, человек сел, там сделал свое дело и нажал кнопку, и там 1,5 литра воды это смыло. Например, у вас, вот скажем, это ваш участок, да, это ваш участок, и у вас там, у соседа вот тут стоит там туалет, там в углу, вам надо договориться сделать так, чтобы ваша установка, например, если вот здесь где-то стоит, вам надо договориться с 2 или 3 соседями, чтобы эти соседи вам давали свое личное говно, ну извиняюсь за выражение, говно, то есть, например, вот тут у вас сосед, да, живет там, там, вот тут сосед, у него вот тут туалет, там еще где-то сосед, там вот тут туалет. Вы с ними договариваетесь. Вашу биогазовую установку углубляете глубже, намного глубже. Ну, как бы делаете типа, специальный, типа этот, как вам сказать, канализацию. Так, доводите, вот, например, у вас вот тут загрузочная яма, да? Так, и потом так. И делайте так, чтобы она, вот это... говно соседей, он прям что попадал прямо в биореактор. Почему биореактор? Чтобы, ну, не вонял. Ну, вы поняли, да? Но надо договориться так, чтобы ваши соседи не только этот, кроме говна, ну, как вы знаете, женские вот эти гигиенические прокладки или что-то типа того не бросали. Потому что это не гниет, это, наоборот, мешает вашей биогазовой установке. Таким способом вы можете получать халявные, ну, 3-4 соседи, вы можете халявные получать, грубо говоря, получать халявное говно.
А какое выделение газа из халявного говна соседей? Сейчас я вам объясню. Друзья, из халявного газа соседей выходит ли газ? Нормальный газ выходит, если ваши соседи едят очень жирное. Почему? Чем больше они жирное едят, тем лучше выделение газа. Газ в основном метан выделяется из жирных отходов, из жирных органических отходов. Чем жирнее отходы, тем лучше выходит бензин. Например, отходы от бойни – это самые лучшие выделения газа. Вы нашли где-то бойню, да, и привозите оттуда вот эти кишки, там все такое, отходы от бойни. Там она жирная же бывает. Вот из нее вообще суперский выход. Ну, естественно, человеческий тоже. Ну, это в тоннах. Примерно с одной тонны человеческого газа, человеческого говна, можно получить около 80 кубов газа. Ну, это в тоннах вы не рассчитаете, потому что вы не знаете, какой сосед у вас, сколько он срет. Ну, грубо говоря, это в среднем я говорю. Но примерно от 4, от 5 соседей у вас будет выделяться газ. При отоплении дома он, возможно, не хватит, потому что ваши соседи не смогут так, грубо говоря, просрать, чтобы ваш дом отопить. Но 3-4-5 соседей могут вам дать столько газа, чтобы у вас будет трехразовое ваше питание, как бы на него будет газ хватать. То есть на приготовление пищи может хватать. Но есть еще такая штука. Возле вашей дачи, возле вашей установки есть, например, там многоэтажный дом. Многоэтажный дом вы можете взять, это в основном делают в Китае и в Индии точно так же делают. В Индии и в Китае берут из многоэтажного дома весь говно и сразу загружают его в биореактор, получают биогаз, и из полученного газа они начинают делать деньги. Ну, естественно, из отходов, из биоудобрений делают уже деньги. Но когда вы берете со целого дома, там уже очень тяжело уже как бы предусмотреть, чисто, чтобы было чисто навоз. Почему? Потому что, я вам говорю еще раз, один сосед нормальный будет, второй, может, ненормальный, будут прокладки, там, презервативы, какие-то, или что-то типа, что типа того, что будет не гнить. Поэтому советую как-то с этим, сами подумайте. Это было короткое видео о биогазе, как сделать биогаз и получить, как бы, халявный газ от соседей, сделав им канализацию, и, естественно, у них чистота, вонять не будет, а у вас будут деньги. Будет ли у вас вонять? Если вы сделаете все аккуратно и герметично, то у вас тоже вообще не будет вонять. Даже те отходы, которые будут выходить с биореактора, они тоже не должны вонять при хорошем, при хорошей системе. С вами был я, Айбек Касымов. Пишите ваши вопросы, кому интересно. Также у нас на канале уже открылось спонсорство. С помощью спонсорства я в одном... Есть суперспонсор, разбор спонсорства. То есть самым лучшим спонсором я, если надо, могу с ним вместе построить его биогазовую установку, естественно, с консультацией. И, естественно, это все, как его установка, будет выкладываться в YouTube. И мы в YouTube это все будем разбирать. Ошибки, плюсы, минусы и какие шаги делать при дальнейшем, чтобы не было ошибок. С вами я, Айбек Касымов. Приятно, что вы посмотрели до этого места. Спасибо.